Вот это английский! Здравствуйте! Сегодняшняя тема как, – какие способы бывают изучения языка? Как вам построить свой день так, чтобы этот день в купе со следующим днем, в купе со следующим днем, следующим, следующим, следующим и следующим привел вас шаг за шагом к тому, что вы хотите, а именно выучить язык. Итак, с первого, с чего я хочу начать. У вас ничего не получится без интереса. Приведу хороший пример. Я когда учил арабский язык, мне это дело не нравилось вообще. У меня он не шел, абсолютно. Несмотря на то, что у меня было желание выучить этот язык и обладать, грубо говоря, знанием этого языка в конечном итоге, я не мог найти для себя интересный способ это делать. Потому что музыки нормальной на арабском нет, ну, на мой вкус, во всяком случае. То есть вся, что есть, она либо совсем уж классическая и народная либо там из современного это совсем уж какой-нибудь социальный рэп, который, которого даже его мало, то есть просто не из чего выбирать. Книги тоже как-то все в основном либо про войну, либо про какие-то проблемы социальные, либо какая-то какой-то арабский взгляд на жизнь, романтический, который мне непонятен. В общем, мне как-то не там, не там, не там. Единственное, что мне нравилось, анекдоты на арабском. Вот это, наверное, единственное, что было весело э, изучать. И то. Довольно специфические анекдоты, скажу я вам. И вот, в общем, не нашел я ни фильмов, ни книг, ни музыки, ничего из, э, из того, что мне могло бы быть интересно. Чем бы я мог, э, откуда бы я мог черпать основную. Часть языка, которую бы мог подкрепить лексикой и грамматикой. Я такого для себя не нашел. И поэтому для меня это было очень тяжело. В отличие от английского, с английским ситуация полностью обратная. У вас уйма книг, уйма фильмов, музыки, всего что угодно, на любой вкус. Вы можете э, все найти. Я думаю, какие бы интересы у вас ни были, вы найдете для себя точно что-то на английском языке, что вам будет. Классно изучать. Так вот, к чему я все это веду? Найдите для себя э, какое-то. <кх> Найдите для себя ту область языка, которая вам ближе всего. Если это фильмы, э, разберитесь, как постоянно иметь доступ к этим фильмам, чтобы они были под рукой у вас. Потому что это иногда очень э, является решающим фактором. Если у вас вы не можете моментально это включить или как-то вникнуть в это, вы на это просто откладываете и. Оно у вас уходит. Вы занимаетесь чем-то другим, более приятным. Обеспечьте себе быстрый доступ ко, ко всяким таким вещам. Если это фильмы, пусть они у вас будут скачаны, или же у вас будет сайт с этими фильмами найден. Кстати, вот насчет сайта могу порекомендовать сразу, пока не забыл. Physkids отличный сайт. Вот тут название. В комментариях будет ссылка на него. Перейдите, посмотрите, там полно всяких фильмов, сериалов хороших. И они сразу с субтитрами на русском. То есть на оригинальном языке и русские субтитры снизу. Очень удобно смотреть. Так вот, найдите для себя то, что вам ближе всего и то, что вы сможете... Если фильмы, то фильмы. Если музыка, опять же, скачайте эту музыку, поработайте со словами, найдите их на английском, разберите, выпишите все незнакомые, выпишите словосочетание, которое вы там встретите. То есть все, поработайте хорошенько с материалом, чтобы вы, когда пользовались им, он был уже в удобоваримом виде и под рукой. Если это книга, опять же, пусть она будет скачана на там на телефонного, чтобы вы могли ее там в транспорте почитать. Если это газета, то я не знаю, закажите где-нибудь эту газету, которую вы хотите почитать. В общем, обеспечьте себе быстрый доступ к этому ко всему. Итак, это все мы обобщим в первый пункт. Сделайте обучение интересным. Постарайтесь найти такие источники и способы которые вас будут увлекать которые будут вам а, не в тягость вот это первый пункт второй пункт а, давайте назовем его противоположный пункт первому это все же грамматика это а, как бы да, не, не даже не только грамматика а скорее рутина все равно вот такая нудная работа с языком она должна быть а какими способами ее можно сделать менее нудной и а, как часто вообще ее осуществлять? А, желательно, конечно же, каждый день. Я думаю, это для вас не новость, но если новость, вот, вот вам новость. <laughs> каждый день. А, Открывайте, как, как это можно делать. Либо я уже вам советовал тысячу раз приложение Polyglot, грамматическое идеальное приложение, просто лучшее для того, чтобы освоить грамматику. Потом... Учебники по грамматике. Просто попробуйте, какой вам больше пойдет. Кому-то нравится Мерфи, как мне, например. Но кому-то не нравится, что он весь на английском, включая там задания к упражнениям. Может быть, вам это будет мешать. Найдите, может быть, русский учебник грамматики. Просто поищите, поройтесь, чтобы... И да, опять же, чтобы он у вас был под рукой. Это очень важно, потому что если у вас его под рукой нет, вы предпочтете чем-то другим заняться и Пропадет день, пропадет другой день, вы не приблизитесь к своей цели. Далее. Работайте со словами. Обязательно выписывайте все. Выписывайте словосочетания, выписывайте выражения, выписывайте отдельные слова. Старайтесь с ними работать как можно больше. В общем, используйте весь материал, с которым вы работаете. Если даже вы фильм смотрите, не поленитесь потом, как вы весь его отсмотрели, найти, ну, полистать его, посмотреть, какие фразы вы не знаете, какие фразы вам больше всего понравились. Включите английские субтитры уже вместо русских. Посмотрите его еще раз с английскими субтитрами. В общем, постарайтесь э, хорошо работать с тем, что у вас есть. Именно работать. Первый пункт был скорее наслаждайтесь. То есть во все, э, все свободное время, которое у вас есть, используйте для наслаждения этим языком. А второй пункт скорее работайте. То есть отведите себе, возможно, конкретное время в день. Как вот, если вы там без репетитора работаете, то, допустим, обозначьте себе каждый день, как будто у вас репетитор. Там с 8 до 9 вечера, например. Или там раз в неделю, я не знаю, в зависимости от того, как, как у вас есть время, но желательно делать это регулярно, как и совсем. То есть, если вы не входите в зал регулярно, вы перестанете туда ходить рано или поздно. А если вы ходите в зал регулярно, у вас вырабатывается привычка, и вы уже, на автомате туда идете, на следующий день, потому что привыкли туда ходить. И опять же, чем регулярнее привычка, тем лучше вы ее соблюдаете, тем быстрее вы у своей цели. Итак, вы обозначили себе время конкретное, в какое вы работаете с языком постарайтесь это, даже это время распределить грамотно. Уделите чуть-чуть времени грамматике. Вот, допустим, 15 минут вы сидите и решаете грамматический учебник. Еще 15 минут, например, вы обрабатываете материал, который у вас уже есть. Допустим, переводите песню, переводите фильм, который вы посмотрели на досуге, да, в свободное время. Как бы в свободное время. А вот в, в это уже время, в ограниченное, в учебное, разберите его, поработайте с ним уже серьезно. То есть не то, что вы просто удовольствие получили, как от фильма, обработайте теперь то, что вы посмотрели до этого. Вот, Т то же самое касается книг. Если вы постоянно лазили в переводчик, то откройте там историю этого переводчика, посмотрите, что именно вы переводили, выпишите себе куда-нибудь. Ну, примерно вот так. 15 минут грамматика, 15 минут, например, обработка материала – еще 15 минут, скажем, в зависимости уже от ваших целей. Если вы учите для себя, то откройте опять ту же книжку, которую вы читаете в свободное время, но уже прям серьезно с ней поработайте. Почитайте ее вдумчиво. Там канал мой посмотрите, например. Я там много чего интересного рассказываю про английский. В общем, постарайтесь как-то... Это, это, опять же, я вам просто навскидку говорю, как этот час распределять. Это как а, я вам так предлагаю. Вы-то, естественно, лучше для себя выработаете свой способ, потому что вам... А... Никто другой вам не подскажет так хорошо, как это сделаете вы. Мне, например, очень нравится с книгами работать, особенно если я это делаю на компьютере, потому что там есть такая функция сразу моментально переводить слово. Вот я открываю книгу, читаю ее, все слова, которые я не знаю, я сразу нажимаю на них, мне переводчик их показывает. Я нажимаю звездочку, слово сохраняется, я потом с ним работаю. Вот мне такое нравится, потому что я, в принципе, читать люблю и... Так можно еще и полезно это делать, и с удовольствием. И э, язык воспринимается как-то цельно. Не знаю, как это объяснить. Просто вы его видите. Вы видите, как используются все эти слова и выражения. Не то, что вы... Отдельно заучиваете слова, которые вы потом не можете использовать, и воспринимаете их смысл в буквальном значении, а вы как-то начинаете язык чувствовать. Что, в принципе, происходит с любым видом работы с языком, как я и сказал, с песнями, с музыкой, с фильмами, с книгами, кроме как отдельное заучивание слов. Это должна быть просто как бы набивка вашей базы для языка. Третье. Практика языка такой же неотъемлемый элемент, как первое и второе. То есть мало того, что вам должно быть интересно, мало того, что вы должны учить его грамматически и набивать там лексическую базу, так вы еще и должны это все дело использовать. Потому что многие могут, допустим, хорошо перевести, но не могут ничего сказать. Это, наверное, самое распространенное затруднение, с которым люди сталкиваются, когда вроде как человек хорошо знает язык, на восприятие, а когда он говорит, это звучит совсем нескладно. Поэтому, какие способы бывают? Первый способ – найти репетитора, с которым вы будете отрабатывать именно вот э, практику, грубо говоря. Я бы советовал искать репетитора на этапе, когда вы уже что-то выучили, потому что на совсем начальных этапах вам, э, вам что-то дадут и направят. Но э, если вы... Можете сделать это самостоятельно и подняться до какого-то хотя бы э, чуть выше, чем начинающий уровень, то попробуйте сделать это самостоятельно, а потом уже потом вам репетитор разъяснит ваши пробелы, ваши ошибки, он вам э, он вас дальше еще лучше направит. Поначалу постарайтесь все сделать сами, чтобы вы уже пришли, чтобы было с чем работать репетитору, потому что когда приходит человек вообще не подготовленный и не знающий ничего ему сложно что-то э, что объяснять и что-то давать, потому что как бы не на что отталкиваться. Вот такой вам совет. Прежде чем идти к репетитору, чуть-чуть поработайте самостоятельно. Помимо репетитора, вы можете, например, э, как вариант, зарегистрироваться на Фейсбуке, попытаться там, вступить в какие-нибудь сообщества по изучению языка. Или еще лучше не по изучению языка, а просто найти себе каких-нибудь друзей по переписке. То есть, допустим, в комментариях порыться к какой-нибудь записи. Перейти в какой-нибудь паблик, где по вашему предположению будут более-менее образованные люди. И, ну, опять же, найти человека, который интересуется тем же, что интересуетесь вы. И попробовать ему написать прям так напрямую. Здравствуйте, я Иван из России, учу язык давайте поболтаем там вот на такую-то тему. Или вообще не говорите, что вы учите язык, а, притворитесь, что вам действительно интересно, что он думает там про что-то. И а, вы будете очень удивлены тому, как сложно сформировать даже маленькое предложение. Если вам даже и кажется, что вы это уже можете сделать, то на письме или там в реальной ситуации с речью это сделать может оказаться намного сложнее. Но этим нельзя пренебрегать. Поэтому обязательно найдите себе такого человека, с кем, ну или даже несколько человек, с кем бы вы могли регулярно переписываться. И желательно с все меньшей и меньшей опорой на переводчик. То есть даже если вы на него опираетесь, старайтесь делать это в такой, в легкой степени. То есть, например, только слово посмотреть какое-то, а грамматически самому попробовать все выстроить. Или же посмотреть словосочетание, но больше его не смотреть и именно запомнить его. В общем, вы поняли, не, не вбивать в Google переводчик все и копировать, вставить, грубо говоря, а пытаться как-то прогрессировать в этом направлении. Итак, давайте еще раз пройдемся по верхам. Первое. Вам должно быть интересно. Организуйте заранее для себя базу, большую базу того, что вы будете изучать. Обеспечьте себя музыкой, фильмами, книгами, журналами, всем, что вам интересно, всем, что подходит вам по уровню, по интересу и с чем вам хочется работать, именно хочется работать. Второе. Не пренебрегайте обязательностью. Каждый день или не каждый день, просто с какой-то периодичностью выделите себе время, в которое вы будете заниматься только изучением языка. То есть вы должны будете знать, что вот это время у меня для этого. Я сажусь и учу, сажусь и делаю то, что я задумал делать. Ну и как я уже вам до этого говорил, теми способами, которые я вам предложил, или же своими способами весь этот час хорошенько отработать. И третье, попробовать найти способы практиковать этот язык, будь то репетитор, друг по переписке, друг по скайпу, как угодно. Не знаю, самому на диктофон можно наговаривать, Попробуйте дать себе задание проговорить монолог на какую-нибудь тему, на которую вы хорошо знаете лексику. Допустим, вы интересуетесь машинами, вы уже посмотрели множество блогеров на английском языке, которых, которые рассказывают про машины, прочитали журналы про машины, посмотрели видео образовательное про машины на английском и попробуйте самостоятельно сказать там пару-тройку фраз про свой автомобиль, какие у вас с ним проблемы, и записать это все дело на диктофон. И э, даже если вы осилите пару-тройку фраз, это будет уже обалденно. В общем, ищите себе способы, которыми вы можете практиковаться. И это был третий пункт. И теперь представим, ежедневно вы смотрите, допустим, фильмы. Каждый раз вы все лучше и лучше воспринимаете на слух этот язык. Вы набираете все больше и больше слов. Вы все вот прокачиваетесь и прокачиваетесь в ней. Вы узнаете грамматику. Вы уже начинаете понимать, почему здесь говорится так, а здесь так. И как правильно сформировать предложение. У вас уже не занимает это минуту времени. Вы это делаете моментально, на ходу, потому что вы уже тысячу таких заданий прорешали. У вас это идет мигом. Артикли у вас вылетают безукоризненно. Вы не сомневаетесь даже, где что ставить. Постепенно, 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 постепенно вы уже понимаете, что вам, в принципе, можно работать с чистым материалом. Вы можете включить любое видео на английском языке, включить любой фильм на английском языке, открыть любую книгу, включить любую песню, и все это вы понимаете практически моментально. То, к чему мы стремимся, это понимать язык процентов на 70, грубо говоря. Потому что этого достаточно для того, чтобы работать с языком так легко, как только это возможно. Вы просто открываете любой источник, и вы воспринимаете всю информацию, а вот эти оставшиеся 30% за вас дорабатывают ваши мозги. Они вам подскажут, что здесь должно быть по смыслу. Вот то, как я вижу подход к грамотному изучению языка. Вы можете изобретать свои способы, переплетать между собой перечисленные мною. Можете, опять же, варьировать рамки времени, выделенного на все это дело. Все, вы можете подстроить все под себя, Напишите, кстати, в комментарии, какие способы используете вы. Может быть, вы предложите что-то еще более интересное. Я бы с радостью все это прочитал. Также не забывайте, что на моем канале я даю очень интересный и хороший материал. Я стараюсь брать самые обширные темы, самые, самых разных направленностей и проводить с ними хорошую работу, не просто пробегаться по ним, а действительно разбирать каждое предложение, каждое слово, грамматически, лексически, все, в общем, пытаюсь за вас все это переживать, чтобы вы получили как бы готовый продукт, и все, что от вас требовалось бы, это посмотреть видео там 2-3 раза и запомнить все идеально, выписать в словарик. Хм, все равно что-то от вас требуется. Не забывайте об этом, само по себе ничего не бывает. Спасибо всем большое за просмотр, оставайтесь на моем канале, будет еще куча всего интересного. Всем пока!